14 января в завершении новогодних праздников в библиотеке имени Горловского 23 молодых семьи из Сергиево-Посадского городского округа стали обладателями сертификатов на получение субсидии на покупку жилья, квартиры или дома. Сумма выплат зависит от количества человек в семье. К обязательным условиям относится регистрация в Сергиево-Посадском городском округе и чтобы один из супругов был не старше 35 лет. Приятным дополнением стали подарочные сертификаты на посещение музеев «Арт-макет» и Музея советского детства. Вахненко. Программа нашего губернатора Московской области Олега Юрьевича Воробьева, мне кажется, это тоже одно из чудес, которое, программа жилища, которая позволяет вот, дарить такие вот удивленные лица, такие улыбки, ну и, конечно, хорошее, позитивное настроение. Мы традиционно работаем, уже эта программа идет уже этот год, это будет 8 год, да, 2014 года, да, 170 семей мы обеспечили новыми жилищными условиями, и с большим удовольствием эту работу продолжаем. Семья получает свидетельство на определенную сумму, далее это свидетельство относит в банк, приступает к поиску квартиры. После того, как квартира подобрана, квартира или жилой дом, заключается договор купли-продажи, в котором прописывается, каким образом будет осуществляться оплата этого жилого помещения, в том числе средствами этого свидетельства. После чего этот договор купли-продажи приносит к нам с пакетом документов и осуществляется выплата этих денежных средств продавцу. Свидетельство действует 7 месяцев, то есть фактически у семей уже сейчас пошел срок, но обычно семьи к моменту, вот из практики, к моменту, когда мы выдаем свидетельство, уже более-менее понимают, что они будут приобретать. Это не ограничивается границами Сергиево-Посадского городского округа, но обязательно на территории Московской области. Мы уже на самом деле присмотрели жилье, мы очень долго ждали, мы стояли на программе 3 года. Это было очень волнительно и все, наверное, 3 года мы смотрели жилье, и на самом деле это очень большая поддержка, так как я мама 2 деток и воспитываю их одна, и действительно это очень помогает, да. Я думаю, они тоже очень рады, они тоже смотрят на самом деле. Планируем покупку в марте, у нас еще маленький ребеночек, которому 3 года сегодня. К сожалению, мы не стали брать его с собой. Мы планируем покупать квартиру, расширять наши жилищные условия, поскольку в однокомнатной квартире мы уже слабо помещались. Ждали мы 3 года, достаточно долго, я думаю. Очень переживали, потому что возраст уже такой, что вот-вот уже исполнится столько лет, что нам уже сложно будет получить данный сертификат. Мы очень рады.